Всем привет, это Matt Lucas Channel, и вы смотрите восьмую серию прохождения игрушки Посейдон Повелитель Атлантиды. Мы находимся в колонии Люципиум, да, кажется, так она читается. И, собственно, нам нужно победить Сфинкса и потом еще построить много всяких добывающих сооружений, добыть метеор и халк, и на этом наша миссия здесь будет закончена. Так, мы здесь уже как бы начали что-то строить, а нужно на хранение распределения перекинуть всех людей, чтобы здесь начали нам еду нести. Так, хорошо, там у нас Сфинкс уже появился. Так, Сфинкс, ты где? Ага, Сфинкс ходит. Ух. Кто ходит с утра на четырех, днем на двоих, а вечером на троих и сейчас кричит в ужасе. Так, ладно, пусть там Сфинкс бегает, вроде он пока нам не мешает. Сейчас наша проблема в том, чтобы обеспечить народ едой. Сейчас вот еду завезли, сейчас она, по идее, даже уже будет распространяться. Я, по идее, еще еду закупаю, только пока что мне ее не завезли. Так, наверное, чуть попозже завезут, уже что-то начало развиваться. Новые рабочие прибывают, это хорошо, это замечательно. Угу. Так, вот эти вот звуки, там Сфинкс опять что-то рушит. На самом деле он не рушит, он пускает свои фаерболы и уничтожает оленей. Ну, когда олень закончится, он, видимо, на волков переключится. Ну и так далее. Так. Так, так. А что вам дальше нужно? А вам нужна наука. Так, наука. Где бы расположить? В принципе, вот здесь вот можно сделать неплохое ответвление. Так. Давай, рисуйся. Дорожка. Так, можно начать что-нибудь простого, построить библиотеку здесь вот, например. Так, ну и в принципе, мы еще здесь музей можно построить. И даже можно элитные жилища строить. В общем, какая-то довольно крутая колония теоретически может получиться. Так, еще надо будет сразу же, наверное, построить бум-бум-бум. Зал героя для Атланты. Пусть он здесь, например, находится. Давайте его отсыпем. И карающая десница богини настигнет всех своих недругов. Так, о, здесь нужно и святилище Артемиде строить обязательно. Музей нужно построить. Ну, и еще нужно солдат. Короче, видимо, здесь еще надолго мы застрянем. Еще долго будем развиваться. Так, для дальнейшего развития нам нужна шерсть. Рабочих здесь пока нам не хватает. И, видимо, это означает, что нам нужно построить будет еще один квартал, в котором будут жить люди. Единственное, что здесь места маловато и непонятно, где строить второй квартал. Так, я его хотел здесь построить, в принципе. Конечно, далековато от наших кладов и всего такого. Так, здесь не поместится квартал явно. Здесь, в принципе, можно попытаться уместить. Но, наверное, тоже здесь плохо будет помещаться. Но хотя, в принципе, здесь вот можно попробовать разместить. Лучше бы я склады разместил где-нибудь вот здесь вот. Здесь, в принципе, для складов не так важно, как там извивается дорога. Так. Здесь нужно побрить, и давайте попробуем построить квартал здесь. Так, я очень надеюсь, что он поместится. Так, дорожный блок. Так, так. Так, он сюда, конечно, плохо помещается, но примерно помещается. Нет, здесь нет. Придется его, наверное, узеньким делать, этот квартал.
Он здесь очень плохо помещается. Так, вот то, что он узенький, в этом есть некоторые минусы. Потому что, ну как сказать, потому что тогда мне непонятно, где строить монументы. Монументы, они большие. И, в общем, проблемы могут возникнуть с привлекательностью. Так, ну ладно. Будем довольствоваться тем, что есть. Так. Так, так. С монументами же что делать? Надо же с ними что-то делать. Так, ладно, пусть пока будет так. Затем нам нужна общая гора. Пусть она здесь находится. Далее необходимые сооружения. Так, Так. Нет, боюсь, сюда тогда не поместится лазарет. Давайте лазарет сюда поставим. Так, фонтан пусть здесь находится. Потом нам нужен сторожевой пост. Пусть он находится здесь. Я оставлю небольшое ответвление вот сюда. На случай, если мне нужно будет какие-нибудь дополнительные дома туда ставить. Так, давайте сюда зальем парком. Так. И мне нужно как-то нейтрализовать все-таки действие вот этого вот лазарета. Ну ладно, видимо, об этом немножко позже. Так, нам нужно людям еще еду раздавать. Торговать с едой. Ну, как-то вот так вот. Какой-то такой не очень крутой, конечно, получился квартал. Ну, пусть будет. Ну, видимо, третий квартал, если понадобится, вот здесь пусть он будет располагаться. Здесь, в принципе, все чудесно помещается. О, я здесь нашел спуск. В принципе, этот спуск можно использовать для того, чтобы здесь был довольно быстрый проход к моим складам, и все будет замечательно. Идея. Так, еще один амбар я поставил, потому что мне кажется, что там не хватает немножко. Ага, безработные появились. Хорошо. А, собственно, куда я хотел девать безработных? Хотел здесь основать производство шерсти. Так, позвольте. А я не могу производить шерсть, мне придется покупать. Окей. У кого мы будем покупать шерсть? Шерсть, кто у нас производит? Мне Усус производит шерсть. Давайте с ним будем торговать. Тогда. Мне Усус. Сумусусус. Так, шерсть. Пока мне можно не бояться, у меня денег очень много, я могу все закупать. Так, ладно, пусть сейчас пока закупается. Так, я сейчас здесь так подумал. Мне надо как-нибудь организовать еще место для складов. Наверное, вот так вот дорогу проведу. Так, и здесь у меня будут дополнительные склады организованы. Быть. Так, по-моему, даже я слишком много здесь оставил. Да, я, по-моему, так сейчас. Раз, два, три, да. Нужно вот так вот сделать. Вот. Так, так, так. Вроде пока это все один квартал, так что все чудесно. Так, пока что. Пока что им всем раздавать. Как его, шерсть не имеет смысла. Наверное, имеет смысл сейчас где-нибудь разбить, начать строить элитные дома. Так, и возможно даже вот в этом месте как раз имеет смысл их строить. Или где их лучше расположить. Ох, в общем, тесновато здесь, короче, на карте немножко. Так, давайте я здесь проведу дорогу. Ну, просто так вот. Так. Поставим блок. А здесь это все зациклим. Немножко. Так, и вот где-то здесь у нас, наверное, будут располагаться наши элитные дома. Даже, возможно, я здесь дорогу опять немножко перекрою. Так, как бы мне перекроить там. Так. Здесь я дорожку уберу. Ненадолго. Так, Великая Гора.
Пусть она здесь располагается. Так, ладно, эти люди пока что могут ходить. Дан-дан-дан-дан. Так. И как-то вот так вот даже, наверное. Тем мне нужно поставить ты. Отойди, пожалуйста. Пусть у нас так будет. И где-то здесь мне нужно теперь располагать элитные дома. Так. Так, так. А по-моему, у меня не получится дома эти располагать без оливкового масла. Так, я могу сам производить оливковое масло? По идее. Да, оливковое дерево и вино я могу производить. Так что давайте запустим их производство. Добавим домиков садовников. Штук 5. Сказал штук 5. Так, затем виноград давайте будем производить. Вот здесь вот пусть у нас будет виноград. И здесь пусть у нас будут оливки. Все, чудесно. И нужно еще разместить производство где-нибудь. Для того, чтобы это все производилось. Маслобойня. Давайте поставим штуки 3. Так, вот уже рабочие нужны. Ничего страшного. И давайте винокурни. Штуки 2 поставим. Так, и на первый этот, как он, на первый случай, если пойдет. Так, и поставим еще один домик смотрителя, чтобы здесь вот в противоположных углах были. Так, по-моему, мне нужен еще один амбар. И, по-моему, довольно много здесь уже собирается. Так. Ух ты, поспищен 28 месяцев. Давайте отключим покупку рыбы. Она нам теперь не нужна. Так, так. Что там с рабочими? 82 рабочих требуется. В принципе, мы можем решить эту проблему, если будем шерсть продавать людям. Давайте шерсть сюда продавать. Сюда я пока не буду ничего продавать. И вообще, нужны ученые. Ученые. Так, я здесь сделал ответвление одно небольшое. Давайте как раз его используем для того, чтобы здесь какую-нибудь науку развить. Давайте что-нибудь из крутого здесь построим. Обсерватория. Вот, по-моему, довольно круто. Достаточно круто. И университет для того, чтобы обучать людей. Так, и вот сюда вот в уголок, надеюсь, да, поместится домик смотрителя еще один. Чудесно. Здесь все чудесно. Пусть они просвещаются. С рабочими сейчас должно все успокаиваться. Так, вам что, не нравится привлекательность? Давайте я вам колоннами это все устрою. Так, и по идее сейчас все должно быть чудесно. Так, мне случайно... Так, Гадес. Он продает мрамор. Мне нужно обязательно будет с ним торговать. Кто-нибудь мрамор еще продает? Нет? Нет, больше никто не продает. Гадес, почему я на него обратил внимание? Дело в том, что он у нас морской. И мне нужен порт разместить где-то... Ну, короче, где-то около моря, чтобы с ним нормально торговать. Давайте сразу же построю порт с Гадесом. Да, здесь нормально, пусть он... Так, 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 с одной стороны, конечно, да, но с другой стороны, мне еще нужно как-то подсоединить его ко всему остальному миру. 1000 человек, это чудесно, это замечательно. Так, так, так. Мрамор, мрамор. Давайте чуть попозже с этим будем разбираться. Сейчас мне нужно рабочих ага, привлечь. Так, вам нужно больше ученых. Так, здесь как раз вот ветку создал для того, чтобы можно было здесь ученых. Давайте. Так, олень, отойди. Так, мастерская ученого. Пусть она здесь располагается. Так, конечно, здесь не самое лучшее расположение. Так, вот так вот. Ну и давайте еще до кучи сюда библиотеку поставим. Не самое лучшее расположение, потому что здесь вот эта дорога мешается. Она относится к кварталу, где у нас склады располагаются.
Так что вот. Так, по идее, сейчас все эти домики должны еще круче развиваться. Поклоняйся мне, беглец, и карающая десница богини настигнет всех твоих недругов. Так. Так, так, все должно быть замечательно. В принципе, какой-то монумент появился, но я его чуть позже, наверное, использую. Так. С рабочими вроде уже примерно все устаканивается. Так. Но все равно что-то не хватает. Так, давайте я этому кварталу шерсть тоже буду продавать. Мне нужно больше рабочих для того, чтобы я мог построить нормальный квартал для элиты. Но вот пока вот я не могу себе такого позволить. Так, так. Так, еда производится. Еды, в принципе, на всех у меня хватает. Даже ее закупать дополнительно не нужно, наверное. Так. А теперь нужно оливковое масло. Оливковое масло у меня свое производится. Даже вот у меня две штуки появилось. И, в принципе, я даже могу это оливковое масло людям продавать. Торговец маслом, давайте. Будем продавать. И, по идее, этот квартал у меня уже почти по полной развился. Единственное, что ему нужно будет немножко больше науки. Вопрос, куда это приткнуть. Наука. Я сюда... Обсерватория что-то плохо помещается. Хотя, в принципе, теоретически ее можно сюда вот вниз, наверное, засунуть. Так. И все будет замечательно. Так, оливки какой-то там урожай уже, по идее, собрался или нет? Нет, 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 оливки еще не выросли. Ну, как бы, кое-какие оливки выросли, но новые еще нет. Так. А побольше складов давайте построим. Еще три. Так, нужны рабочие. В принципе, здесь еще остается место для того, чтобы еще какие-нибудь порты торговые построить. Ну, не порты, а как это называется? Посты торговые. Порт у нас вот здесь. И, в принципе, мы можем, наверное, начать уже закупку мрамора. Потому что нам в любом случае нужно построить храм. Так, кому-то Артемиде, кажется. Кому тебе надо храм? Артемиде. Кстати, у нас мясо в достатке. Нужно дерево. Дерево тоже придется закупать. Так. Дерево кого-нибудь можно закупать? Импорт. Бронза. Бронзу тоже, кстати, надо будет закупать. Все нужно закупать, потому что бронза нужна для того, чтобы статуи отливать. Мрамор я закупаю. Так, и мне нужно еще дерево покупать. Кто дерево продает? Вот, Местония продает дерево. Давайте с ней тоже будем торговать. Местония. Так, чудесно. Давайте лес будем закупать потихонечку. И все это потихонечку сохранять. Безработные появились. Один рабочий. Ну, короче, примерно колеблется на нужном уровне все, что нужно. Так, вам не хватает привлекательности. Поэтому давайте я вам построю монумент населения. Так, и вот сейчас вот все должно быть чудесно. Так, так. И последний штрих, по идее, вам не хватает. Так, постойте, вам еще нужно привлекательности? Куда вам столько? А другим нужно больше ученых. Так, и давайте я попробую сюда обсерваторию поместить. Да, она помещается, в принципе. Но я хотел бы ее немножко подальше разместить, обсерваторию. Так. Вот, да, вот. Здесь вот она стоит. Так, и еще мне нужно... Так, что мне нужно? Мне еще нужен университет. Вот сюда вот как раз вот все запаковалось очень чудесно. Все вроде поместилось. Все замечательно. Так, и надеюсь, сюда будет смотритель заходить время от времени. Так, и по идее, этот квартал сейчас уже должен по максимуму развиться. И все должно быть замечательно. 5% безработных, и, по-моему, можно уже начать строить здесь элитный квартал. Давайте... Еда, шерсть, масло,
оружие, вино, все это разместим. Насчет колесницы я еще не уверен, нужны ли нам вообще или нет. Так что с этим давайте чуть попозже решим. Так, далее. Ух ты, обелиски. Это обелиски, они какие-то маленькие. Солнечные часы. Давайте разместим сразу вот трое часов, чтобы было время абсолютно точное. Сад раковин. Так, давайте. Так, так, сейчас я подумаю, как это лучше разместить, чтобы потом еще это все укрепить какими-нибудь рыбными прудами. Так, рыбный пруд здесь располагается. Сюда еще один рыбный пруд не поместится, но сюда можно будет поставить потом какой-нибудь дополнительный мемориал, или как там его. Я уже забыл, как они называются. Так, 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 отмерил и отрезал. Так, так, в смысле, вам все еще не хватает привлекательности? Так, ладно, привлекательности все еще не хватает. Так, ну ладно. С этим мы можем решить вопрос. Так. Так, а сюда сколько у меня поместится? В принципе, сюда можно еще при желании засунуть целых два элитных дома. Так. Нет, 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 нет. Балконы давайте поставим сюда. Так вот, еще рыбные пруды, раз, два, чудесно. Ух ты, это кто такой, кто-то появляется. Здесь кто-то появляется, это Артемида появляется. Да, я знаю, тебе нужно построить как-нибудь однажды что-нибудь вроде храма. Так, 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 ага, сюда ставится. А, все, везде на 4 штуки я поставил. В принципе, это все, что нужно нам на сегодняшний день. Так. Здесь я перенесу, чтобы поменьше обходилось в итоге. Так, насчет привлекательности. Привлекательностью здесь все очень плохо на самом деле. Просто ужасно плохо. Я подожду, когда у меня появятся дополнительные штуковина, и тогда можно будет здесь зажить припеваючи. Так, что я еще хотел бы здесь построить? Я бы хотел здесь построить библиотеку где-нибудь. А вот здесь вот замечательное место как раз за углом, пусть вот так вот библиотека стоит, никому не мешается. Затем, так, обсерватория. А, не помещается, зараза. Обсерватория немножко не помещается. Видимо, придется ее куда-то... Так, куда же ее сместить-то? То, что не помещается, это плохо. Это очень плохо. Придется мне дорогу немножко загнуть, видимо. Так, ладно, давайте что-нибудь другое построим. Лаборатория. Вот лаборатория сюда помещается чудесно. Так, теперь нам надо осторожно изогнуть дорогу так, чтобы туда теперь поместилась обсерватория. Так, дорожку соединим. Она поместится? Нет? Так, вот, отлично. Обсерватория поместилась. И сейчас мне нужно, собственно... Так, так. Вот здесь даже красивые изгибы дороги в итоге получились. Так, еще мне нужно университет поставить. Куда-нибудь... Нет, постойте, университет у меня есть. Мне нужна мастерская ученого. Пусть она стоит здесь. Затем мне нужно обязательно построить вот это вот. И построим здесь блок дорожный. Все. Культурная, как бы, часть элитного квартала готова. И нам нужно теперь только париться насчет привлекательности.
Ну, с этим, наверное, чуть попозже мы решим дела. Так, у меня есть куча бронзы, закуплено дерево и мрамора. Давайте начнем строить святилище Афродиты. Надо понять, куда его разместить. Так, здесь оно поместится, нет? Нет, здесь оно что-то не хочет помещаться. Так, где его еще можно засунуть? Так. Так, вот куда нам засунуть святилище Артемидия? Это, конечно, хороший вопрос. Так. Давайте посмотрим по карте, куда его можно засунуть. Близко к сфинксу не хочется ставить, с одной стороны. А с другой стороны, там особо и не поставишь его. Так. Не подумал я насчет храма Артемиде. И карающая десница богини настигнет всех твоих недругов. Так, да, в принципе, есть еще поле, русское поле. Можем попробовать его где-нибудь на поле расположить. Ай, зараза, оно узкое поле, слишком узкое. Поэтому оно не помещается. Так, вот здесь вот, в принципе, еще неплохое местечко. Как раз за моими скотными дворами. Так, а если вот так вот повернуть? Ух, ух, ух. Так. Никуда вообще не помещается. Конечно, Артемида себе храм хочет большой. Куда его заткнуть, непонятно. Так. Так, так. Давайте будем что-нибудь сносить тогда. Давайте я вас снесу. Так, лес давайте я тоже уберу. Так. Так, сейчас у меня коровы поубиваются. Они мне немножко места освободят. Святилище Артемиды. Да, монумент счастья, это хорошо. Так, так, я немножко примеряю, куда бы его засунуть. Так, тебе я тоже удалю, вас я тоже всех удалю. Так, святилище Артемиды, вот так вот я тебя расположу. Конечно, посреди поля это не очень крутое место, но что делать, пусть оно здесь стоит. Так, дальше, мне нужно восстановить то, что я уничтожил, это... А мои скотные дворы. Так, так, так. Где они? Нет, мне нужны загоны. Загончики. Загончики. Ну, конечно, интересно. Храмы рядом. Загоны. Так, крупный рогатый скот. Ну, в принципе, с другой стороны, жертву будет довольно быстро приносить. Вот этих вот бычков, как раз вот рядом вышел, забрал и принес жертву. Прям все чудесно и замечательно. Так, далее. Нам нужно здесь разместить гильдии ремесленников. Давайте штуки 3 размещу. Да, нужны рабочие. И поставим здесь смотрителя. Как раз вот он на маленьком там кусочке будет смотреть, чтобы мои гильдии ремесленников не развалились. Так, ну, в принципе, все. Все, теперь вот это. Все даже очень неплохо. А, материала у меня достаточно. А, разве что нужно еще построить. Так, так, так. А вы что на месте стоите? А, у вас склады закончились. Так, склады закончились. Это плохо. Давайте еще 4 аж поставлю склада. Затем цеха скульпторов парочку поставлю. Затем я, наверное, прекращу покупку бронзы. Что мне еще прекратить? Так, мрамор мне пока еще, наверное, понадобится. Сколько у меня мрамора? Мрамора мне 20 штук, а нужно
51 мраморная плита, то есть мрамор мне нужен. Лес мне не нужен, лес я прекращаю закупки. Так, лес, все, прекращаем закупки. Так, так, и сейчас мне нужно увеличить количество рабочих. Так, вам не нравится привлекательность. Так, вам что? Вам тоже не нравится привлекательность. Давайте монумент счастья куда-нибудь сюда поставлю. Вот, им теперь получше стало. Доспехи, ух, ё-моё, мне еще из бронзы надо доспехи производить по-хорошему, так. Тык-тык. Так-так, святилище 41%. Музей надо построить. Доски есть, и нужно 8 отрядов солдат. Ну, в общем, вроде бы уже прошли целых полчаса на эту серию, а вроде как я особо ничего такого и не построил, не достроил. Так, вам что нужно, господа хорошие? Вам нужно больше ученых. Так. Лаборатория. Вот она чудесно сюда уместилась. Еще мне нужна мастерская ученого, которая тоже сюда чудесно уместилась, прямо вот на самом краю карты. И по идее сейчас вам всего должно хватать. И давайте я вам сразу же еще оливковое масло буду разносить. И вот мой квартальчик будет процветать. Так, этим не хватает привлекательности местности. Давайте я вот здесь вот залью парком. Вот, стало получше, но, конечно, это не панацея. Потому что здесь у меня это узкий квартал, и мне просто некуда ставить монументы. Так, с рабочими не очень хорошо, да, зарплату давайте повысим. Так, я смотрю, у меня есть уже много денег куда-то ушло, непонятно куда. Давайте мы куда-нибудь здесь поставим, засунем дворец, наконец. Дворец. Так, вот сюда вот, наверное, его можно засунуть. И будем собирать налоги с граждан наших. Так, это они так специально построили все эти изгибы. Так, чтобы сюда было сложно, наверное, уместить дворец. Но ничего, я его как-нибудь сюда умещу. Так, так. Вот так вот давайте построю дворец. Так, теперь его надо присоединить к общей инфраструктуре. Тык, 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 вот. Так, теперь давайте отцепим его и построим. Так, и будем собирать налоги. Во-первых, давайте с элиты собирать налоги, потому что это очень важно. И с наших остальных, со всех остальных. Так, вот сюда поставим. И поставим куда-нибудь. Так, куда бы еще поставить? Даже как-то сюда примкнуть. Так, так. Так, так. Так, по-моему, здесь у меня все равно будет проблема с привлекательностью. Давайте сюда поставим налоговую службу. И как-то вот так вот. Итого, у меня почти закончился строительство храма Артемиды, чего мне хватает. Вам нужно 4 мраморные плиты для алтаря. Мрамор мне больше не нужен, давайте его не будем покупать, чтобы он мне не забивал склады. Так, по-моему, у меня здесь шерсти полный переизбыток, шерсть не будем покупать. Так, наверное, давайте подождем, когда храм начал функционировать. Да, вот он начал функционировать. Переключим весь народ, пусть он занимается мифологией. Так, еще много рабочих нужно. Так, ну и как-то вот так вот. А мы, значит, здесь выполнили одно большое требование для Атланты, построили святилище Артемиды. Отряды солдат у меня сейчас почти уже 8 отрядов будет, скорее всего. Это мы можем обеспечить. Мясо, доски, это понятно. Музей построить, как от нефиг делать. Ну и, наверное... Возможно, твой амбар все еще не полон. Но поверь, скоро закрома будут ломиться.
Так, это, видимо, Артемида решила мне мясо принести. Ладно, пусть пока она идет, наполняет мои амбары. Давайте даже проследим за этим. Так, это куда пошла? Артемида. Короче, Артемида немножко перепутала поворот. Ну ладно, ничего страшного. И на этом я, наверное, данную серию закончу. В следующий мы наконец победим Сфинкса. Завершим все дела в этой нашей колонии. Вернемся в наш город-основатель Атлантиду. Всем спасибо за внимание и до следующей серии. Всем пока.